Министр юстиции Олег Гогоев вынес на рассмотрение Кабмина проект закона о внесении изменений в законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре. Согласно поправкам, адвокатам запрещается занимать должности в государственной службе по совместительству. Действующий закон запрещает заниматься иной деятельностью за исключением творческой, преподавательской и так далее деятельностью. Потому что у нас бывают на практике случаи, когда действующие адвокаты занимают должности на государственной службе. Поправки в законопроект направлены на повышение уровня правовой защищенности населения, отметил глава Минюста. В рамках реализации законопроекта о нотариате в республике будет создана нотариальная палата, которая объединит частных и государственных нотариусов. Предложения министра юстиции были поддержаны членами правительства. Министр внутренних дел республики Алан Гучмазов ознакомил присутствующих с проектом постановления о награждении оружием граждан республики Южная Осетия. Определяется порядок награждения, в том числе военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств, приобретение оружия, патронов и боеприпасов к нему для пополнения наградных фондов, учета указанного оружия и патронов, их хранения и изъятия, и утверждает перечень моделей боевого, короткоствольного, ручного, стрелкового и холодного оружия, которыми могут награждаться граждане Республики Южная Осетия, говорится в докладе министра внутренних дел. Было рассмотрено предложение Министерства финансов о выделении денежных средств из резервного фонда правительства для оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий. Есть у которых имущество сгорело во время пожара, а остальные в энергофизе снесло крышу и там пострадали. Правительство Южной Осетии одобрило присвоение классных чинов государственной гражданской службы служащим Министерства здравоохранения и социального развития. Предусматривает присвоение классного чина государственному гражданскому служащему с учетом должности и условий порядка присвоения классных чинов государственной гражданской службы. В ходе заседания Кабмин утвердил на должность заместителя министра строительства Суслана Тедеева, а заместителем главы комитета экологического, технологического и строительного надзора стал Рамаз Кукаев. Анжела Кукоева, Альдина Чехоева, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня.